Глава МВД Германии собрался в отставку. Министр внутренних дел Германии Хорст Зейхофер собрался в отставку из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике. Глава МВД Германии Хорст Зейхофер на фоне разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку. Об этом сообщает в воскресенье, 1 июля, агентство ДПА со ссылкой на источники в президиуме христианско-социальной партии, ХСС. Отмечается, что Зейхофер заявил о своем намерении подать в отставку с постов главы МВД и председателя ХСС на заседании партии, которое проходит в Мюнхене. Напомним, 29 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах. Глава МВД Германии больше не может работать с Меркель. Зейхофер заявил о своем недовольстве договоренностями по беженцам. В частности, он указал, что не считает договоренности равносильными тому, о чем он писал в своем генеральном плане. Так, глава МВД предлагал запретить пересечение немецкой границы для беженцев без документов или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.